канун Дня защитника Отечества в Тверском медицинском университете подвели итоги первого за историю вуза конкурса «Молодежь против терроризма и экстремизма». Эта тема, как показала жизнь, актуальна во всем мире. Наша страна не исключение. Трагедия в Беслане, Норд-Ост, станция метро «Рижская» в Москве. Терроризм и экстремизм – реальная угроза обществу. И этой угрозе необходимо противостоять, в том числе в молодежной среде. Мы сегодня говорим о том, что молодежь, студенческая среда является объектом целеустремлений различных экстремистских организаций и различных деструктивных направлений. Студенты подготовили к конкурсу более 100 работ по 6 номинациям. Среди них видеоролики, фильмы, рефераты, презентации, плакаты. Инициатива сотрудников кафедры медицины катастроф была с воодушевлением воспринята молодежью, студентами нашего университета. В конкурсе приняли более 70 человек, участников, студентов, как из России, из Республик Российской Федерации, из стран СНГ, а также из дальнего зарубежья – Индия, Шри-Ланка, другие государства. Организаторы конкурса отметили высокий уровень представленных работ, искренность участников и их заинтересованность в противодействии международному терроризму и экстремизму. Победители награждали в торжественной обстановке, приурочив церемонию ко Дню защитника Отечества. Действительно, опыт очень хороший, и мы планируем его расширить на будущее. Сегодняшняя наша выставка – это ответ экстремизму.